Привет, с вами я, Рената Наджипова. Как хорошо, что вы нашли время включить телевизор. А что, я все понимаю. На пороге яркий праздник года. Так много важных дел, поэтому неудивительно забыть о чем-то. Ох, скажу, и забегалась я в последние дни. Школа, дополнительные занятия, репетиции, выступления. Такой ритм для меня привычен. Но до Нового года еще надо так много всего сделать. Вот, например, закончить показ телевизионных программ с международного фестиваля в Турции. В нашей программе сегодня выступление лауреатов и победителей, а еще церемония награждения. Everything I want and about everything I need. Britney Spears, Miley Cyrus, Justin Bieber and some others. There will be the day when you will sing this song with me. Britney Spears, Miley Cyrus, Justin Bieber and some others. There will be the day and then you're gonna sing with me. It can be right, it can be wrong. I know you're gonna like this song. It's on your tongue so you can like and sing. Sophia Star. Hey, Brad Pitt and Angelina and Tom Cruise, you gotta see that I will be your friend because I am Sophia Star. It can be right, it can be wrong. I know you're gonna like this song. It's on your tongue so you can like and sing it. La 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 la. It can be right, it can be wrong. I know you're gonna like this song. We are together, you and I. So sing it. La 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 la. Святого Николая, новогодних и рождественских праздников Международное телевизионное фестивальное движение «ТВ-Стар» представляет ежегодный семейный проект «Зимний бал с ТВ-Стар» и конкурс красоты «Принц и принцесса бала». Приглашаем к участию индивидуальных исполнителей, моделей и творческие коллективы. Лучшая новогодняя атмосфера, поздравления Деда Мороза, участие ребенка в концертной программе, телесъемка, телеэфир Макси ТВ, новогодние подарки, игры и сладкий стол. Размещение зрителей за банкетными столами. Генеральный спонсор – страховая компания «Эталон Полис». Генеральный информационный партнер – «Мир отдыха и бизнеса». Главный телевизионный партнер – женский канал Макси ТВ. Радиопартнер – «Украинская радиокультура». Партнер – кинокомпания «Мультимедиа Дистрибьюшн». Партнер призового фонда – туристическое агентство «Селлер Вэй». Студия «Гулливер. Медведи по вызову». Запись проекта 13 декабря. Концерт-холл «Оазис». Ждем ваши заявки на участие и заказ мест за столиками. Начните встречать Новый год с ТВ-Стар.
это интересно. Подготовка к Новому году – это очень серьезная подготовка. Нужно найти подарки для родных и друзей, продумать карнавальный костюм к зимнему балу, испечь новогоднее печенье, которыми можно полакомиться и на елку повесить. А мы с девочками хотим украсить школьный зал и помочь малышам организовать утренник. Ой, стоп, без паники. Столько дел, но ничего, разберусь со всем по порядку. Встречайте участников номинации «Модель. Выход в национальных костюмах». Yes.
очень важен карнавальный костюм. Что же мне выбрать на праздник? Хочется что-то особенное, торжественное, волшебное. Может, подготовить костюм принцессы? Но какой принцессы? Их так много. Здесь нужно хорошенько подумать. О, придумала. Сразу после передачи загляну в интернет и подыщу себе сказочную принцессу по вкусу. Возможно, это будет Золушка. Я еще подумаю. А вы пока наслаждайтесь нашим фестивалем в Турции. Мы начинаем церемонию награждения 9-го международного фестиваля TV Start. Приветствуйте участников фестиваля!
Вот и подошла к концу конкурсная программа фестиваля. И участники с большим нетерпением ждут вердикт жюри. Конечно же, волнуются все. После многочисленных обсуждений и обработки протоколов международное жюри вынесло свое решение. Участники фестиваля получили специальные приглашения на международные конкурсы. Конкурс «Принц и Принцесс of the World» Болгария, июнь 2016 года. Конкурс «New Grace» Греция, лето 2016 года. Творческие конкурсы фестивального движения «Star Way» Чехия. Конкурс «Сказка. Рождественский ангел». Польша. Январь 2016 года. Вокальный конкурс «Рижская симфония». Декабрь 2015 года. Творческий конкурс «Жемчужина Батуми». Июнь. Грузия. 2016 года. Все участники фестиваля получили призы от организаторов фестиваля и великолепные подарки от партнера призового фонда «Лимс Бонади Бич Хотель», Турция. Итак, начинаем церемонию награждения. Специальные призы фестиваля. Лучший пират Средиземноморья. Хлань Милана, Украина. Лучшая маска TV Start. Яремова София, Украина. Специальный диплом получает Международная ассоциация «Велес», Турция. Специальные призы гостя фестиваля автора и исполнителя Кристины Ви из США получили Наджипова Рената, Украина, и Яремова София, Украина. Титул «Суперпапа TV Star 2015 за доброту и отзывчивость получил Колев Милан, Болгария. Титул «Супермама TV Star 2015 за креатив и талант получила Дамаскина Ирина, Украина. Официальные номинации. Номинация «Видеоклип». Первое место «Трио Ангелы», Казахстан. Номинация «Эстетическая гимнастика». Первое место «Петрова Злата», Украина. Номинация «Хореография», коллективы. Средняя категория. Первое место «Ассоциация Велес», Турция. Старшая категория. Первое место «Ассоциация Велес», Турция. Номинация «Музыкант». Первое место «Пархоменко Архип», Казахстан. Номинация «Хореография», «Соло», «Контеп». Первое место «Должикова Дарья», Россия. Номинация «Хореография», «Эстрадный танец». Первое место «Чернева Даниэла», Россия. Номинация «Хореография», «Бальный танец». Первое место Мануилова Екатерина, Украина. В хореографии категории джаз-фанк первое место получила Дамаскина Анастасия, Украина. Номинация «Вокал», старшая категория. Первое место Покусаев Илья, Украина. Средняя категория, первое место Колева Весела, Болгария. Конкурс «Старт Мини Моделс», модели. Диплом «Kids Model» получила Алиса Пелит, Турция. Конкурс «Старт Мини Моделс» категория «Бэби Тодд». Дипломы в специальных номинациях. Мини Мистер Модел Эмир Пелит, Турция. Арт Модел Марьем Зентерен, Турция. Литл Мистер Модел Осмам Гоктуб, Зентерен, Турция. Первое место конкурса «Старт Мини Моделс» категория «Бэби Тодд» получила Хлань Милана, Украина. Конкурс «Старт Мини Моделс» категория «Литл». Первое место получает Колева Весела, Болгария. И первое место конкурса «Старт Мини Моделс» категория «Литл» получает Федоринчак Ксения, Украина. Конкурс «Старт Мини Моделс» категория «Мидл». Диплом в номинации «Арт Фэшн Модел» получает Цецхладзе Марита, Грузия. Первое место конкурс «Старт Мини Моделс» категория «Мидл» Залиска Фаина, Латвия. Конкурс «Старт Мини Моделс» категория «Янг». Первое место получает Залиска София, Латвия. Конкурс «Старт Мини Моделс» категория «Тим». Первое место получает Лерих Евгения, Германия. Гран-при фестиваля TV Star 2015. Номинация «Хореография». Гран-при Лерих Евгения, Германия. Номинация «Шоу-программа». Гран-при Хлань Милана, Украина. Номинация «Телеведущий».
младшая категория. Гран-при получает Наджипова Рената, Украина. Средняя категория. Онул Анастасия, Украина. Старшей категории гран-при получила Мазун Анастасия, Украина. Гран-при фестиваля TV Star 2015 номинации «Вокал». Средняя категория – Захарьева Елизабет, Болгария. Старшая категория – гран-при получает Цецхладзе Марита, Грузия. Титулы и гран-при конкурса «Старт Мини Модул 2015». Мидл Модул дебют TV Star World – Онул Анастасия, Украина. Титул «Бэби Модул TV Star World» – Чернева Даниэла, Россия. Тот модул TV Star World – Должикова Дарья, Россия. Мини-модул TV Star World – Петрова Злата, Украина. Little модул TV Star World – Захарьева Елизабет, Болгария. TV модул TV Star World – Наджипова Рената, Украина. Young Mister модул TV Star World – Покусаев Илья, Украина. Young модул TV Star World – Дамаскина Анастасия, Украина. Teen Model TV Start World – Мануэлова Екатерина, Украина. Диплом Супер Гран-при фестиваля – вокально-хореографический ансамбль «Русские узоры Казахстан». Абсолютные победители фестиваля TV Start 2015 модельных и творческих номинаций. Титулы Gold Star Mr. Model TV Start World получают Чернецкий Тимур, Украина. Gold Star TV Start World творческой номинации – дуэт Залиска София и Фаина, Латвия. Gold Star Model TV Start World – Баярчук Ивана, Украина. Поздравляем всех участников и ждем на международных конкурсах фестивального движения TV Start. Да, впереди Новый год. А я все возвращаюсь в солнечную Анталию. Вы же видели, все наши участники звезды и таланты. Все чудесны, оригинальны и несравнимы. Как вы думаете, а если я приглашу всех своих друзей с TV Start на зимний бал? Наверное, мы и такого концертного зала не найдем. Но мои друзья, не расстраивайтесь. Кто не сможет прийти к нам, тот сможет посмотреть на нас по телевизору или в интернете. Так что присоединяйтесь. С нами интереснее. А пока увидимся!